Добрый вечер всем. Сейчас мы смотрим футбол, играет сборная Испании, сборная Португалии. Ну, понятно, испанцы выиграют со счетом 3-2 пока. Да, может быть, счет еще будет больше немножко. Вот. Ну и сидим, отмечаем день рождения. Вот вся наша компания, с которыми мы вместе работаем. Да. Всем привет из Швеции, из города Гетеборга.